Элита Арксплюй Продакшн представляет. Остается мало, по-прежнему без айтемов. Мало, то есть бен 7 уровня, за этот же экспириенс получаешь в других стартах. Вот. И Койлам нужно просто идти пушить. Им все, они уже заходят тимфайт, есть Мек, есть Джаггер, который там дышит только ПСФ. У Нави тут все бедные, у Нави тут вообще минусы, которые... Ты посмотри, что происходит, напали на Фаника и просто моментально его стерли. Обалдеть. Так. А тут еще и в медле стирают, минус Санейкан. Ты посмотри, что они творят. Они просто на всех частях карты начинают, дают нам с минуса, моментально сейвит у нас Шадо Финна, Джаггернаут прыгает по двоих практически. Двоим героям в итоге на последних хитпоинтах выживает. И остался хвост, которого просто дожимают. Но нет, хвост успевает у нас убежать. В итоге на фейзах, на барабанах, на характере Саши надо бежать, делать тп-аут. Но его видно. Да, его видно и забирают. Минус 5. Разбили. Остается Мунминдер. Прилетает сюда Джаггернаут, дает ультимейт. Нападают нас на Дарксира. Фокус от него всей команды. Стоит стенка. И как же хорошо стоит стенка. Ты просто посмотри, что она творит. Врывается Баратрум. Потрясающий врыв. Еще дает ульта Виверна. В итоге забирает всю команду Нави. Но на самом деле, знаешь, вот более-менее, то есть минус 4, нет, не более, минус 5, да. Ну ладно, они были близки, что было более-менее, но Дарксир забажил. Я думаю, жив. Тут Блокинг Бар тут вообще ничего не дает, поскольку у тебя, ну, Бейн пробивает твой Блокинг Бар, да, Герокоптер дает тебе урон, но... Опять! Он фрик! Опять? Опять! Пошел. Ну, он дает надежды, смотри. Хотя хорошо дает, на хорошие надежды он дает. Моментально забирает Баунти Хантера. Подходит сюда Шадоу Финн без Аегиса, которого... Вакуум! Господи, что они створили? Что Распирит еле живой, задевает душу СФа, пытается Арстайл уйти. Но тут Фьюри его не отпускает. Это снова минус 5 в исполнении Кол.